Nice to meet you. Rejoice, мы очень рад вас видеть. Вы здесь оказались в Крыму. Come with Vlad all the time. We do a lot of boxing business together. И в среднем, и во втором среднем весе, и в полутяжелом, и в тяжелом. Наверное, в мире таких атлетов больше нет, во всяком случае, в боксе. Not from middleweight to heavyweight. It was when he got into combat sports. Было 14 лет. What got you in? Понравилась борьба. Я начал заниматься нашим отечественным видом спорта. Это борьба самбо. Но, к сожалению, таких успехов у меня спортивных не было. But it's not about the achievements, it's about the personality that you get from it, kind of. Это правда. Он помогает действительно. Во всяком случае, помогает вырабатывать характер. У вас во многих других отраслях неплохо получается. Вы и певец, музыкант, вы и актер. Because when God bless you with a gift, you have to try to use it to the fullest. У вас это получается. Надеюсь, что у вас получится и по бизнесу здесь, у нас в России. That's why I want to come here, that's why I'm also here, because I want to ask you about maybe having a passport to go back and forth so that I can do business here, because all of the people here seem to love Roy Jones Jr. And I love when people love me. Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей бокса в России. Если вы значительную часть своей жизни намерены связать с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним вашу просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. Пожелаем вам успехов в вашей деятельности в России. Спасибо, сэр.